Всем привет, я стою на Барбаросса, жду автобус. Сегодня у меня встреча с моими подписчиками, и мы с ними едем узнавать по поводу того, что для того, чтобы домашний интернет оформить, нужно ВНЖ. У них есть квартира, но нет ВНЖ. Для того, чтобы оформить номер иностранца, чтобы подключить интернет, нужно пойти в Гёчедареси. Смотрите, когда вы идете в эту сторону, в сторону Алании, в сторону Канахлов по направлению, вы видите этот указатель. А когда вы идете, вот мы сейчас шли с другой стороны, смотрите отсюда, я думаю, почему я все время с этой стороны, когда иду, прохожу его. Его не видно, поэтому ориентируйтесь по Денисбанку. Вам необходимо прийти в Гёчедареси и сказать, что вы хотите получить номер иностранца для подключения интернета у вас в квартире, только при условии, если вы являетесь собственником. Рядом с Гёчедареси продается папочка розовая, ее нужно обязательно купить и документы все собирать туда. И сейчас заполняем анкету, которую нам выдали. В мэрии необходимо будет предъявить стопу и получить бумажечку, где будет вписан ваш адрес. Сейчас мы все это сделаем. Необходимо подняться на 3-й этаж. Налево. После этого с бумажкой, которую вам выдадут, нужно приехать опять на 0-й этаж и направо вот в это отделение. И опять потом подняться наверх. Нас отправили еще куда-то, Малихи, Зметлери, что-то такое. Сейчас где-то здесь сказали. Он прямо с выхода налево. Оттуда нас отправили в этот отдел. Получили штампик, я так поняла, что ТАПУ действительно. Подпись директор поставил мудюр. И сейчас мы опять возвращаемся вот сюда, в Язы и Шлери. Экземпляр со всеми подписями остается у них, а мы сейчас опять поднимаемся наверх на 3-й этаж. Идем на 3-й этаж в отдел нумеротаж. Немножко посидели, подождали, пока там наша бумажечка пробегает и получит все подписи, и потом выдали конечный вариант, который нужно будет принести в Гёчедареси. Мы взяли уже все необходимые документы в мэрии, сделали. Сейчас возвращаемся в Гёчедареси. Для того, чтобы вам дали номер иностранца, нужно было что сделать для этого? Заполнить анкету, ксерокопию паспорта, ксерокопию ТАПУ, розовенькую папочку купить, все это туда будет подкрепляться, и одну фотографию. А в этом бюро, которое находится рядом с Гёчедареси, можно оформлять ВНЖ. Вам помогут. По-моему, 50 лир стоило. Сколько здесь, я не знаю. Это два брата держат это бюро. Один брат работает там, где я раньше вам показывала, там 50 лир так и осталось. А второй брат, вот я только сегодня его здесь увидела, что у них здесь еще бюро. Забрали все документы, подкололи в папочку, сказали приходить через день, в среду. Сегодня понедельник, сказали прийти в среду, и, видимо, все будет готово. Так что не паникуйте, всегда есть выход, вы можете получить номер иностранца и подключить спокойно себе интернет, даже если вы не будете делать вид на жительство.